Премьер Армении Никол Пашинян во время боев в Карабахе плохо понимал, что происходит на фронте, хотя у него были возможности предотвратить войну или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. Как передает канал 13, об этом в интервью РБК заявил единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян. На волне цветных революций приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. Премьер-министр Никол Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество, сказал он. Во время Первой Карабахской войны 1992-1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфазель Чебей. Тогда еще не было термина «цветная революция», но это был человек, придерживавшийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эль-Чебей, добавил Манукян. Он также считает, что если бы у власти оставался Серж Саркисян, война бы просто не началась. Пашинян свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху, отметил Манукян. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.